соскучились? С вами Vegan Family. Если вы еще не забыли, это Маша. Это Виталя. А теперь еще и мультик. Мы к вам с хорошей новостью сегодня. Мы снова идем в поход. Горный Алтай. Между прочим, наше самое любимое место на Земле. Вообще-то мы не так уж и мало где были. Но в этот раз ты можешь не просто смотреть на наши приключения, сидя у себя на диване или в маршрутке. Или на унитазе, мы не знаем, где ты обычно смотришь наш YouTube. В этот раз ты можешь к нам присоединиться. Мы собираем супер-классную команду из всех желающих веганок и веганов. Идем в горы, берем рюкзаки, смотрим красоту, едим вкусную пищу. В общем, все, что обычно происходит в походах. Если хочешь пойти с нами, обязательно пиши комментарии на Ютубе, ВКонтакте, в Инстаграме. В общем, где только достучишься до нас. Мы пойдем в горный маршрут примерно на 10-12 дней. Мы отправляемся уже через месяц. И мы будем рады каждому и каждой, кто пожелает присоединиться к нам. Мы можем встретить тебя в Новосибирске. В Алтайске. Оттуда мы отправимся в республику Горный Алтай. Если ты никогда не была, не был в горах и не знаешь, что там такое вообще происходит, как нужно готовиться к этому, мы все расскажем. Если ты физически здорова, и если какие-то нагрузки, активности не доводят тебя до инфаркта, инсульта и тому подобного, ты можешь пойти с нами. Если у тебя нет снаряжения, мы обязательно поможем укомплектовать тебя самой этичной снарягой. Если вы до сих пор сомневаетесь, что есть этичное горное снаряжение, то не сомневайтесь, просто пишите нам, и мы поможем вам подобрать снаряжение себе, даже если у вас его никогда не было, и вы не знаете, что вообще нужно брать в поход. С нас, конечно же, вкусная, полезная, сбалансированная веганская походная пища. Тебе вообще не придется париться на этот счет, мы продумаем самое классное меню. И это будет не просто гречка с соевым соусом, это будут лухари, блюда, которые мы даже дома не всегда едим, поверь. Если ты не знаешь, что мы обычно едим в походе, заходи по ссылке сверху и смотри наше видео про поход по горному Алтаю. Мы там подробно рассказываем о том, какие блюда можно приготовить в походе. Ну, а в этот раз кухня будет еще круче, просто доверься. А самое крутое в нашем предложении то, что это не коммерческий тур, это просто дружеский, подружеский тур для своих ребят, для тех, кто уже разделяет веганские взгляды, то есть не допускает эксплуатацию животных ни в какой сфере своей жизни. В общем, нет времени объяснять. Все равно ты не будешь смотреть этот видос до самого победного конца. Если ты готов или готова к приключениям, пиши нам, мы отправим тебе все подробности в личных сообщениях. И чуть не забыли, самый главный бонус этого похода. У нас будет специальный гид, вот он. Самый лучший горный гид в мире. Поверьте, этот поход запомнится вам на всю жизнь. С нами очень классно, весело, мы умеем тусить в горах. Мунтик, сидеть. Молодец. Увидимся на тропе, ребята. Thank you.
если ты не знаешь, давай, давай. Что мы едем в походе, заходи по ссылке, смотри наш видос.